Здравствуйте, с вами канал на IMDb. Существует немало рейтингов самых богатых людей мира. Однако специалисты смогли составить рейтинг миллиардеров по знакам зодиака. Он расскажет представителям, каких знаков чаще всего удается заработать миллиарды. Телец. Знак зодиака Телец представлен 12 миллиардерами в списке самых богатых людей. Целеустремленность, амбициозность, настойчивость и любовь к деньгам у тельцов в крови. В их число входят такие известные личности, как создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, а также Лилиан Бетанкур и Биргит Раузинг. Самая состоятельная женщина Германии тоже телец. Это Сюзанна Клаттон с состоянием 13,2 миллиарда долларов. А состояние Михаила Фридмана составляет 16,5 миллиардов долларов. Дева. Девы – дотошные перфекционисты. Они любят комфорт, но с деньгами обращаются очень бережно, а многие люди считают их скупердяями. Среди самых богатых людей мира представителями знака Дева являются Билл Гейтс с состоянием 67 миллиардов долларов и Джек Ма, основатель Алибаба, состояние которого 40,9 миллиардов долларов. Овен. Чаще всего овны зарабатывают свои первые миллиарды еще в молодые годы, а затем умело приумножают свой капитал. Овны – авантюрные и рискованные личности, но им нередко удается сколотить целое состояние. Самый богатый представитель этого знака – основатель Inditex, миллиардер Аманисио Ортега с состоянием 57 миллиардов долларов. Среди овнов-миллиардеров также Ларри Пейдж, один из разработчиков сервиса Google. Лев. Львы расположились на четвертом месте рейтинга миллиардеров по знакам зодиака. Это истинные ценители роскоши и богатства. Деньги им нужны для того, чтобы стать частью высшего общества и занять достойное место среди людей с высоким уровнем жизни. Среди самых богатых львов – Ларри Эллисон с состоянием 73,7 миллиарда долларов, а также один из разработчиков поисковика Google – Сергей Брин с состоянием 52 миллиарда долларов. Водолей. Творческие и незаурядные водолеи – хоть и создают впечатление людей, которых не очень интересуют деньги, на самом деле знают, как разбогатеть. В список известных миллиардеров входит представитель знака Водолей Карлос Эллу с состоянием 73 миллиарда долларов. Это владелец одной из топовых сетей мобильных операторов Мексики. А также японец Тадаши Янаи, владелец Уникло, с состоянием 22,3 миллиарда долларов. Козерог. Козерог – это еще один денежный знак. Подопечные этого знака знают цену деньгам. Они умеют не только зарабатывать, но и правильно ими распоряжаться. Благодаря удачным вложениям им удается приумножать свой капитал. При этом расставаться с деньгами они не торопятся. Неудивительно, что в список самых крупных миллиардеров входит 8 козерогов. Самым богатым из них считается Джефф Безос, основатель Amazon, глава Blue Origin и владелец издательства Washington Post с состоянием 189,2 миллиарда долларов. Одной из самых богатых женщин-козерогов считается Кристин Уолтон с капиталом 41,8 миллиарда долларов. Рыбы. В сотне миллиардеров оказалось и 7 представителей знака рыбы. Они любят не только тратить, но и зарабатывать деньги. Как правило, им намного проще достичь денежной независимости при помощи опытных и успешных наставников. В числе рыб-миллиардеров можно назвать такие имена. Президент бренда Louis Vuitton Бернар Арно – 29 миллиардов долларов. И Фил Найт – один из создателей бренда спортивной одежды Nike. Имея огромное состояние, Найт увлекается благотворительностью в сфере образования. Близнецы. Несмотря на переменчивость настроения и не слишком высокую работоспособность, близнецы занимают далеко не последнее место в рейтинге миллиардеров по знакам зодиака. Они умеют зарабатывать и удачно тратить деньги. Одним из них является Ли Ка-шин, предприниматель из Гонконга,
сумевшей заработать 31 миллиард долларов. Стрелец. Стрельцы оказались на 9-м месте в списке самых богатых знаков зодиака, но не из-за неумения зарабатывать, а из-за склонности к транжирству. Желание жить на широкую ногу часто мешает им достичь таких финансовых высот. Самым богатым среди стрельцов считается Робсон Уолтон с капиталом в 26,1 миллиарда долларов. Скорпион. Скорпионы – невероятно амбициозные люди, готовые идти по головам ради достижения собственных целей. Однако миллиардеров среди них не так уж много. Самым богатым из них признан Чарльз Кох, один из соучредителей Koch Industries с состоянием в 46 миллиардов долларов. Еще один богатый скорпион – это президент Philadelphia Investments Абигейл Джонсон с состоянием 16,6 миллиарда долларов. Весы. Предпоследнее место в рейтинге миллиардеров по знакам зодиака досталось весам. Подопечные этого знака не считают деньги самой главной ценностью в жизни, но в то же время не отказываются от материальных благ. Среди весов самыми богатыми людьми признаны Джон Марс, один из владельцев компании Марс, с состоянием 25,4 миллиарда долларов, а также Стефан Персон, с состоянием 16,2 миллиарда долларов. Рак. Раки очень осторожны, они с большой опаской относятся к любым вложениям. Бережливость и прижимистость вывела их на последнее место в рейтинге миллиардеров по знакам зодиака. Не желая инвестировать в перспективные, а порой немного рискованные проекты, раки лишают себя возможности приумножить свое состояние. Поэтому среди миллиардеров, подопечных этого знака меньше всего. Среди них Илон Маск, основатель Tesla Motors, и Дэвид Томпсон. У них по 20 миллиардов долларов. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал на IMDb. Спасибо, что вы с нами, и до встречи!